Вице-премьер России Дмитрий Казак сегодня посетил стенд Краснодарского края на инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор региона рассказал, что на так называемые пищевые элеваторы небольшие фермеры смогут продавать свою продукцию. Им не нужно будет договариваться с торговыми сетями. Это гарантирует 100% сбыт выращенных селянами продуктов. Есть уже, да, уже есть реализованы два проекта, которые работают сегодня по принципу кооперации. И сегодня мы предоставляем проекты, которые необходимо еще. То есть планируется всего построить 7 элеваторов таких и 3 распределительных центра уже на побережье, чтобы с тех элеваторов перевозить сюда. Беспрецедентная поддержка правительства Российской Федерации селян. Но нет смысла поддерживать, если селяне не смогут сбывать продукцию, которую выросли, в том числе и за счет господдержки. Поэтому мы должны и поддерживать государство, но и обеспечить гарантированный сбыт, чтобы завязать эту цепочку. Производство без сбыта – это сизифов труд. Краснодарский край планирует подписать ряд крупных соглашений о развитии производств на территории региона. Также Вениамин Кондратьев обсудил на панельной дискуссии сотрудничество между Кубанью и Германией. Кубанские казаки и казачки.